Друзья, доброго времени. Хотел бы поделиться словом. Экклесиаст в 3 главе, в 1 стихе говорит: «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Я хочу напомнить каждому из нас, что время, которое у нас есть, его никогда не вернуть. Есть время, когда мы можем уделить время детям, время жене, время служению, когда Бог что-то вкладывает нам в сердце. И это очень важно сделать сейчас, быть скорым, делать, потому что то время, которое уже проходит, вот с ним есть нечто особенное, его никогда уже нельзя вернуть. Многие хотели оказаться на месте этой женщины, которая помазала ноги Иисуса, но они бы уже не могли оказаться на том месте. Поэтому важно делать все в свое время. И пусть Господь благословит вас. Аминь.